Небольшая экскурсия по кабинету Platin Word с телефона. Мы заходим по логину и паролю. Мы видим свое имя, фамилию. Можем поставить на стойках профиля фотографию. Дальше мы видим нашу реферальную ссылку. Причем она появляется сразу, как только вы зарегистрировались, независимо от того, купили вы ферму или не купили. Дальше нам сообщается доступный баланс, который есть. Возможно, это от партнерских вознаграждений к вам придет наша команда. И в верхний правый угол три полосочки. Нажимая, мы видим, что мы можем просмотреть свою структуру. Здесь моя команда, наши мероприятия. Также есть промо-материалы, бонусы и так далее. Но основные работы у нас идут чуть ниже. Находим настройки учетной записи. Нажимаем настройки учетной записи, проваливаемся на другую страничку. Снова верхний правый угол, две полосочки, и мы видим наши инструменты. Platin Word для того, чтобы вернуться туда, где мы были. Ultima Farm, мы перейдем к фермам. Ultima Cashback. В общем, вот это вот все, друзья, нужно просмотреть. Platin Hero – это благотворительное направление компании. Ну и так далее. Давайте пойдем в Ultima Farm. Это вторая строчка. Здесь мы можем смотреть, какие фермы у нас есть. А здесь мы можем покупать фермы, когда только зарегистрировались на сайте и хотим приобрести ферму. Мы скачиваем приложение фермы кошелька. По инструкции привязываем его именно с этим кабинетом. И дальше уже можем приобретать. Как проверить? Но это уже другая инструкция. Значит, что здесь у нас еще есть? В самый низ спускаемся и смотрим актуальную информацию. Вот небольшие изменения произошли. Видите, да, голубую полоску. Здесь идет PLCVX плюс карты. Для тех, кто покупает ферма от 1100 евро. Ну, помним, что Россия и Белоруссия не участвуют в этой программе из-за санкций. По картам, но если у вас есть второе гражданство, то вполне себе можете получить. Но чтобы нам переключиться на фермы ниже по стоимости, чем 1100 евро, правее вот этой голубой надписи видим Ultima X Mentor. Все, мы попадаем сюда. За 110 евро ферма вмещает в себя 0,002 монеты. Ну, это примерно 200 долларов по курсу, 100 тысяч долларов за 1x, да? Она не очень нам интересна. Листаем дальше. Ферма за 275 евро вмещает в себя 0,005 монет X, ну, примерно на 500 долларов. То есть, соответственно, через месяц эта ферма принесет вам 250 долларов. Ну, конечно, корректнее считать по количеству монет. То есть 0,0025 монет принесет через месяц эта ферма. Ожидаемый митинг, вот он написан тут, это в течение года при окончании, да, ежемесячный митинг, получается, ну да, вот 0,0028 там с копеечками идет. Следующая ферма за 550 евро, 0,01. Вот, да, это ее объем, скажем так, нашего печатного станка, сколько сюда можно положить монет, и 50% от количества монет, которые вы положили в этот печатный станок, выйдет через месяц. Так, возвращаемся. Minters плюс Cards. Даже если вы живете в России или в Беларуси, вы все равно можете купить ферму за 1100 евро. Ну, пусть у вас не будет карты, но зато эта ферма самая интересная. Сюда можно положить до 2000 евро в монетах, в иксе, да, 0,02. И, соответственно, 1000 евро примерно по курсу на день, когда у вас выходит из фермы в кошелек, вы получаете прибыль. Что еще важно знать нашим партнерам? У нас в чате есть закладки, и там есть закладка на калькулятор, на график основной монеты Ultima, да, вот он есть. Мы можем здесь считать, нам Ultima нужна даже для новых партнеров, потому что нам нужен газ. Для того, чтобы нам положить монеты X на ферму, ну, это вам уже расскажет спонсор, да, тот человек, который будет с вами делать. Но в любом случае вы сами должны понимать, что если вам система пишет, что для газа нужно 0, там, например, 0,02, 2,95 Ultima, вы понимаете, сколько это в долларах. Всего-то навсего это 30 центов. Так,
где нам посмотреть курс икса. Ну, либо на бирже CoinsBit, либо это обменник, тоже есть в чате в закладках, которым мы пользуемся. Обменник. Здесь как раз мы смотрим. Здесь всегда курс будет отображаться, какое количество ультимы на сегодняшний день стоит exchange, обмен. 1x. Меняем положение. Стираем здесь циферки. Нажимаем 1x. Это будет 99. Ну, короче, ну да, практически 100 PLCU. Куда нам нужно дальше идти? 100 PLCU. Сколько у нас будет сегодня стоить? Заходим снова на график. Листаем вниз. Ой, 100. Сори. И вот у нас получается курс. То есть 1x сегодня стоит 100. $1,468. Он не сильно волатилен, плюс-минус там 1000-1500. Но, друзья, если вы будете каждый день следить за курсами, конечно же, вы будете в курсе всех новостей, которые у нас есть. Давайте еще покажу русскоязычный канал. Обязательно подпишитесь на него, в чате тоже есть ссылочка, либо попросите у вашего пригласителя. На русскоязычном канале наш руководитель, создатель PlatinCoin'а, плохо подгружается, каждое утро выкладывает голосовое сообщение с приветствием комьюнити и обзором новостей. То есть вот такие голосовые сообщения я приучила себя слушать каждое утро. Они от 3 там, до 8 минут. Мы знаем с вами, что в Телеграм есть ускоренное, можно то, что говорится, да, в ускоренном темпе. Всем доброе утро, Алекс, на связи, нужно в верхнем углу, там вон двоечка, X, можно на нее нажать, 2X, и тогда у вас скорость увеличится, если кому сильно некогда. Но я очень рекомендую слушать Алекса каждый день. Также наш чат, научитесь пользоваться закрепленными сообщениями, здесь есть все самое полезное. Вот видите, их 13 штук, нужно их перелистать. Также пользуемся библиотекой, медиа – это фотографии, скриншоты, можно полистать ссылки, чтобы весь чат не листать. Видите, как здесь все скомпоновано. Белая бумага, публикации в СМИ, ссылки на YouTube-канал и так далее. То есть это те инструменты, которые необходимы, чтобы они были у вас в работе. Приятного заработка!